Иди сюда. Подай, иди, да. Объясни по кнопкам. Иди сюда. Год кнопки не нажимали. Так, ну что, не голосуем. Там, где плюс, это за. Там, где минус, это воздержался. Там, где крестик правый, это против. Прекратите. Все понятно, за что голосуем? Включите режим голосования. Плюс это за, минус это воздержался или за? Плюс это за, минус это воздержался. Плюс это за, минус воздержался, а крестик против. Или это наоборот? Всегда так было? Никогда так не было. Давайте протестируем. Я так думаю, что очень многие попутали просто кнопки. Ничего страшного нет, да. Потренируемся. Что-то вы напутали. Давайте поаплодируем, коллега. Спасибо. Рад всех видеть в пленарном заседании, в зале пленарного заседания Думы автономного округа. Я думаю, что практически за тот год, который мы вели заседание Думы в режиме ВКС, мы соскучились по общению, по простым дружеским объятиям. Поэтому надеюсь, что и дальнейшие заседания Думы будут проходить у нас в очном режиме. Нам необходимо, коллеги, провести регистрацию. На всякий случай напоминаю, год кнопки не нажимали. Если вот кнопки рассматривать слева направо, там, где плюс, это за, там, где минус, это воздержался, там, где крестик правый, это против. Коллеги, прошу зарегистрироваться, включите режим регистрации. Так, не понял, я не зарегистрировал, что ли? Дошло. Все. Сегодня на 50-м заседании Думы автономного округа у нас присутствует 32 депутата, кворум имеется. Так, 50-е заседание Думы объявляется открытым. Так, ну что, если нет других мнений, включите режим голосования и голосуем. Прекратите, да, голосование. Я извиняюсь. Еще раз. Виктор Богданович предложил включить в повестку дня сегодняшнего заседания один из проектов вопросов, который они вносили. Василий Александрович, сформулируйте, как он звучит. Давайте я проще сформулирую, если можно, Борис Сергеевич. Закон о внесении изменений в закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Понятно. Еще раз, профильный комитет не поддерживает, фракция «Единая Россия» не поддерживает. Все понятно, за что голосуем? Включите режим голосования. Так, решение не принято. Я так думаю, что очень многие попутали просто кнопки, но решение не проходит. Переходим ко второй части предложения Виктора Богдановича. Борис Сергеевич, все-таки еще раз проинструктируйте. Плюс это за, минус это воздержался или за? И крест, еще это раз. Плюс это за, минус это воздержался. Вот. Это против вроде было все, да нет? Где Сарапульцев? Сарапульцев, где? Где группа технической поддержки? Минус это воздержался. Иди сюда. Борис Сергеевич, фракция «Единая Россия» никогда раз не голосовала попрошу, против, не знает, какая это кнопка? Подойди, да, к микрофону, объясни по кнопкам, потому что я понял, что плюс – это за, минус – воздержался, а крестик – против. Или это наоборот? Верно? Ну тогда вслух скажи. При голосовании плюс кнопка означает «за», минус – воздержался, крестик – против. Это когда стало? Всегда так было? Никогда так не было. Минус это против. Почему и вот все нажали? Да, давайте протестируем. Тогда есть предложение включить режим голосования. Давайте все проголосуем против, как мы это понимаем. Ничего страшного нет, да. Потренируемся. То есть вы говорите, что крестик надо нажимать? Ну хорошо. Крестик. Последний крестик.
Ну, что-то вы напутали. То есть тогда на самом деле получается, что плюс – это за, минус – это против, а крестик – это воздержался. Да, простите. Да. Ну, видите, начинали. Давно не встречались. Так, хорошо. Ко второй части предложения Виктора Богдановича. Александр Александрович, пожалуйста, вам слово, да? Пожалуйста. Ну да. Спасибо, Борис Сергеевич. Уважаемые депутаты, разрешите мне от вашего имени пожелать здоровья, семейного благополучия и успехов в работе на благо Ханты-Мансийского автономного округа. Давайте поаплодируем коллегам. Спасибо. Благодарю всех за работу. Иди сюда. Подай идею, да. Объясни по кнопкам. Иди сюда. Итак, человек, у меня есть предложение. Если ты нажмешь на эту кнопку, то в мире умрет один человек. Но взамен... Ты подожди, я еще... Это... Я не закончил. Ой. При нажатии на кнопку... Ой, я нечаянно. Каждый раз, когда ты будешь нажимать на эту кнопку, в мире будет умирать один человек, но вза... Так, дай сюда. При нажатии на эту волшебную кнопку, в мире умрет один человек, но взамен ты... Пресвятой Оскар. Поверить не могу, что скажу это. Жизнь человека свята. И имеет большую ценность. Но если бы я предложил тебе убить человека, то за какую сумму ты бы согласился это сделать? Блин, ну за много, не знаю, там... Тысяч за... 10. Ладно. Хорошо, это полностью твое решение. Только можно я деньги потом отдам, а то сейчас с ними проблема. Иди сюда. Подай идею, да. Объясни по кнопкам. Иди сюда. Че не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия!